Вот это возврат. Не знаю, я не заметил. Вряд ли. О, еще одна утечка. Сейчас покажу. Такая подлая. Маленькая. Вот здесь на фильтре. Между трубками. Даже не на трубках, даже не на пайке. Это типа заводской брак. Не проявлял себя раньше. Вот так вот. Никак не мог ожидать в этом месте. Уже все стыки проверил. И вот только что обнаружил. Малюсенькая утечка. Но неделю работает. И половина газа выходит. Не знаю даже. Ну, запаяю. По-хорошему бы фильтр поменять, но не хочу я уже, клиенты и так потратились. Вон она, кап-кап-кап-кап. Вот так, теряю время, значит и деньги. Мог бы сейчас сделать что-то другое. А, да, сейчас покажу, что мне привезли. Вот он, холодильник. Сейчас. Стандарт Электрик. Двухкамерный. Утечка в запененном контуре. Ничего хорошего. Проверил. Высокий конденсатор, проверил по низкой, утечка. Даже проверил компрессор на всякий случай. Так мне не хотелось его разбирать, но придется разрезать вот эти потроха. Вот не знаю, надо клиенту сказать, готов ли он на такие траты. Там только на запчастей будет тысячи на полторы песо, плюс заработаем. 1003 выйдет этот ремонт, и мне головняк. Ну, может, сниму видео про него. Полностью буду вытрушивать пену, полностью менять внутренние трубки на медные. Жадные производители ставят алюминий. Везде алюминий. И мало того, что алюминий, он потом еще спаивается с медными трубками. Очень ненадежное соединение. Все делается для того, чтобы срок службы был ограничен. Заговор производителей. Всем пока!